подлежащим удовлетворению. Материал содержит достаточное обоснование для чего-то на расследование обоснованного подозрения, совершения топливного преступления, необходимости продлением срока содержания под стражей, судом учтено состояние здоровья обвиняемого, отсутствие судимости, положительные характеристики, наличие постоянного места жительства. Однако данные личности обвиняемого не могут быть определяющими при решении вопроса о мере пресечения. Если Антополь обвиняет в совершении нескольких, в том числе особо тяжких преступлений, может использовать социально устойчивые связи, возникшие за годы муниципальной службы с бывшими служивцами, обладающими властными полномочиями, что в совокупности с конкретными данными личности обвиняемого дает суду достаточно оснований полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного расследования суда, угрожать свидетелям потерпевшим, дающим заблуждающие его показания иным участникам судопроизводства. Особой сложности расследованного дела вызвано множественностью и давностью совершения расследованных деяний, большим количеством проведенных следственных действий, в том числе судебных экспертиз, сведения о наличии топливных заболеваний, при которых невозможно содержание под стражей, у суда не имеется оснований для изменения мер пресечения, в том числе на домашний арест либо залог, о чем ходатайствовал сторона защиты, в настоящее время суд не усматривает. В связи с этим суд счел необходимо продлить срок содержания под стражей, обвиняемого топливного на основании изложенного, руководство статьей 109 УК РФ постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемого Тополя Олега Андреевича на 2 месяца, а всего до 8 месяцев, то есть до 19 сентября 2017 года. Настоящее постановление может быть обжаловано в Саратовский областной суд в течение 3 суток со дня его вынесения через Волжский районный суд города Саратова. Судебное заседание объявляется окончено.